Друзья, в наше непростое время сейчас кэшбэк это есть очень даже хорошо. Сейчас мы с вами выведем тот кэшбэк, который у меня пошел по рефералам. Давайте посмотрим в целом, сколько мне пришло денег. Вот я получил раз по 150, остальные по 50 у нас рефералы идут. И где-то здесь у нас был второй. То есть вам нужно скачать приложение по моей ссылочке. Вот и второй раз пройти регистрацию, и вы получаете данные денежки. Можете пользоваться, выводить на карты без комиссии и так далее, и так далее. Очень большие преимущества, кэшбэк и скидки. Но самое главное то, что работает реферальная система, и это приятно. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. А надоело ли вам то уведомление с настроек, которое висит об обновлении? Хотите, я вам расскажу, как это навсегда убрать, так чтобы оно не вылетало и не мучило ваши глаза? Досмотрите видео до конца, и я вам скажу, как это сделать. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Все, в принципе, просто, ничего сложного нет. Для начала вам нужно перейти в настройки основные, убедиться именно в обновлениях, что вы отключили автоматические обновления. Подключайте это все, и затем я вам дальше покажу, как сделать так, чтобы оно не висело, это уведомление. Значит, смотрим, переходим в настройки, вот обновление доступное, либо же мы переходим в настройки ниже, основные и обновления ПО. Первое, что мы делаем, это отключаем все вот эти пункты, чтобы автоматически нам ничего не прилетало и не загружалось. Чтобы убрать это обновление, которое висит, нужно нажать «Загрузить», ввести ваш код-пароль, подождать пару секунд, пока будет обновление запрошено. Теперь заходим в хранилище iPhone. Здесь мы сейчас будем искать обновление запрошено, уже нет уведомления, как до этого было. Теперь ищем иконку. Вот она, 16.3.1, уже 360 загружена. Удаляем этот вопрос, она сейчас исчезнет. Вот, и никакого уведомления здесь уже не будет, даже после того, как вы запросили. Все, вот так вот, в принципе, это и работает. Еще раз переходим в хранилище. Мы заметим, что этой иконочки настройки нету, так как загружалось там обновление. Все. Вот и все, друзья, как сами видели, ничего сложного нет. Буквально в несколько кликов мы можем это все поправить. Единственное, что от вас требуется, не заходите в обновление. Автоматически оно не проверит, так как вы уже убрали эти все настроечки. Все, дальше просто уже дело за малым, я уже показал, как это сделать. Я хочу вам еще порекомендовать свой телеграм-канал, если вас интересует, как можно заработать в наше непростое время. Друзья, а что вы знаете о тех проектах, которые сейчас есть в Украине, где можно заработать по кэшбэк-системе и не только? Я вам могу порекомендовать свой телеграм-канал, где об этом я вас могу ознакомить. Здесь есть для украинского рынка и не только, есть общественный для мирового рынка. Заходите, делитесь с вашими друзьями, близкими, знакомыми, и вместе будем искать эти способы для заработка. Ну все, друзья, от вас подписка, лайк, комментарий, поделиться этим видео с вашими друзьями, близкими и знакомыми, и в принципе все. Смотрите видео, не пропускайте. Дальше больше, скоро увидимся.